Добрый день, представляю вашему вниманию микс мужской и женский H&M. Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с такого комбинезона с пайетками. Шикарный комбинезон. Юбка-шорты, евро 40 размер. 28 размерчик джинс. S джемпер, очень мягкий, приятный к телу. Юбка с поясом, евро 32. Шифоновая блуза, евро 46. Танковка L, брюки, размерчик XS, рубашка с коротким рукавом S, джемпер с высоким горлом S, на замочке горловина, брюки, 34 размерчик, жакет, 42 евро размер, кардиганчик с капюшоном S, L, рубашка, джемпер с высоким горлышком L, рубашка с коротким рукавом S, джемпер с высоким горлом, размерчик S, жакет, размерчик XS, рубашка M, джемпер XS с высоким горлышком, кардиганчик с капюшоном XS, L танковка, брюки S, джемпер с высоким горлом M, евро 34 брюки, кардиганчик SM, джемпер на пуговках, 32 размерчик джинс, края не обработаны, M-очка танковка, топ спортивный трикотаж M, с чашечками, XL брюки с начесом, джемпер M, горловина на замочке, так, рубашка M, джемпер с высоким горлом, размерчик XS, брюки, размер 29, толстовка с высоким, с капюшоном точнее, внутри петелька XS. Так, ветровка с замочком на груди, размерчик M с капюшоном. Здесь у нас куртка XS, очень такая плотненькая, с капюшончиком. Классная куртка, искусственный мех, такая как плюшевая тедди, размерчик L на замочке, очень стильная. Такая вот куртка, размерчик XS, высокое горло. Также еще в лоте есть вот такие слитки. Здесь у нас три пары носочков в комплекте мужские. Здесь тоже три пары носочков в комплекте мужские. И здесь по одной паре мужские носочки. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.